открыто. Всем добрый вечер. Я сегодня не читаю что-то свое. Сегодня я пришел сюда, вот на эту сцену, чтобы передать, во-первых, два привета. Первый привет от замечательной актрисы, певицы, телеведущей, устроительницы нашего нашего конкурса, где мы участвовали, и военной песни, и авторской песни от Элеоноры Филина. Вот, скоро грядет еще один конкурс военной авторской песни. Вот, и уже идет потихонечку сбор материалов для этого конкурса. Поэтому, если у кого-то есть еще новые песни, или не исполненные на предыдущем конкурсе, вот эти вот военные авторские, о любой войне, то давайте через меня, через Юру, присылайте вот эти вот песни, я их буду переправлять Элеоноре. Вот, и, естественно, держу руку на пульсе, когда этот конкурс будет. Второй привет. Он вообще был неожиданный, действительно сюрприз. Сегодня с утра залезаю я в почту, вот, и смотрю послание от нашего замечательного участника Центра авторской песни «Ля», от Саши Олейникова. Самое интересное, где он находится сейчас? Он находится, вот даже вот специально тут у меня распечатано, написано, на вершине Родопских гор в Болгарии, на высоте 2191 метр. Залез, забрался. И вот, видимо, ночуя на этой самой высоте, ему в голову пришло что-то. Поймал он интернет и отправил мне свое произведение, посвященное, в принципе, и нам всем, и нашим концертам. Вот. Ну и заодно, естественно, всем просил передать, что как только так сразу он объявится, придет, выступит, споет и так далее. Ну и просил меня, соответственно, вот это вот прочесть удовольствие. Итак, я его не учил, естественно, только успел испечатать. Попробую как-то прочесть. Измерив вызванный дождями водоем, Баба-Яга на Медне созвала прием. Погоды нет, одной не пьется, так уже хоть компания смеется. Придут с гитарами, с хорошим настроением, кроме варенья в доме ничего. А самогон в избу понатаскала, Кощей нагнал весь виду одного. В итоге вокруг яблок осенью не стало. Прийти на самогон решили все. Все в основном любители откушать. Закуску нафиг, чтобы не толстеть, а так попить и песенки послушать. Собрались, пообщались, началось. У бабы официанткой дева служит, сама не пьет, не дают, небось. Все бегает, тарелки, вилки кружит. А тут толпа. Заказы начались, мне два варенья и четыре водки. А мне варенья нафиг не сдались, мне просто литр для промывки глотки. И постепенно стали выступать. Взойдут на сцену что-то про мурлыков, а все давай в ладоши поливать. Еще орут поддержкой диких криков. Потом пошли баллады про любовь, красиво пели, только очень нудно. Потом и рок, стихи, опять любовь, и стерлось все. Уж различить так трудно, ведь самогон ядрен Кощей нагнал. И гости до кондиции дошедшие, как водится, устроили скандал. Ну, или спор. Нормальный кто, а кто тут сумасшедший, орали ни о чем. Потом уж был затих, а на часах уже 12 ночи на пасашок. Был пьяный приутих, домой пора, спать хочется, нет мочи. Со знанием дела вечер провели. Назвали громко что-то про природу. Или про папоротник. Или его сожгли. Хорошая пьянка. Четко для народа. Продолжаем дальше. Приглашаю следующего участника.